занятия у вас не собственные интегралы. Давайте мы с вами сначала определим, что такое несобственный интеграл первого рода, что такое несобственный интеграл у нас второго рода. И после этого перейдем непосредственно к свойствам несобственных интегралов, да, и пониманию, зачем они нам вообще нужны. Итак, пусть у нас имеется функция y равная f от x непрерывно на интервале, на луче от а до плюс бесконечности. Ну, нам достаточно, на самом деле, чтобы она была тут интегрируема просто по римму. Тогда мы знаем, что она будет у нас и непрерывно на любом промежутке от А до В. Да, и интеграл у нас, соответственно, от А до В, он у нас вообще будет существовать. Нас будет интересовать интеграл следующего вида. Интеграл от А до плюс бесконечности f от x плюс. Итак, определение. Несобственным интегралом первого рода от функции f от x по промежутку от А до плюс бесконечности называется предел функции. И от Б при Б стремящемся к плюс бесконечности, где И от Б это есть интеграл от А до Б f от x dx. То есть, другими словами, по определению интеграл от А до плюс бесконечности это есть предел при B стремящемся к плюс бесконечности интеграла от А до В f от x dx. Давайте с вами посмотрим геометрически, что это у нас на самом деле означает. Итак, была у нас себе функция f от x. И нам нужно ее было проинтегрировать от а до плюс бесконечности. Ну, я написала, что я нарисовала, что f от x у меня она у нас положительная, то, что она у нас непрерывная и прочее, да, интересует, как найти по большому счету площадь под графиком. Можно на секунду перебить? А B, она у нас вообще любой может быть? Мы ее сами берем или как? B у нас стремится к плюс бесконечности. То есть это переменный верхний предел. Да? То есть B здесь в интеграле как переменная выступает. Итак, мы берем... То есть найти такой интеграл, ну, вообще да, по определению, которое у нас с вами было определенного интеграла, мы не можем. Соответственно, что мы делаем? Мы берем и кусочек вот этот откусываем, который у нас стоит правее точки B. То есть мы берем и считаем площадь по факту вот такой фигуры. А после того, как мы ее посчитали, B устремляем вперед бесконечность. Итак, то есть вот наше определение, что такое у нас. А в данном случае на первом шаге можно взять любое B или оно должно быть каким-то особенным?
вы берете B, это у нас как переменная. Сейчас вот я пример вам приведу, и вы увидите, что такое. Итак, это у нас, если предел наш вот этот существует и конечен, то тогда у нас несобственный интеграл называют сходящимся. Говорят, что интеграл у нас подходит. В противном случае у нас интеграл называется расходящимся. Аналогично. Можно определить несобственный интеграл на промежутке как минус бесконечности до b. Да? То есть точно так же. Второе наше определение. Что несобственным интегралом первого рода функции f от x по промежутку от минус бесконечности до b называется предел и от a при a стремящемся к минус бесконечности, где, соответственно, и a это есть интеграл от a до b f от x dx. Здесь уже в качестве переменного переменной точки, да, у нас выступает a. То есть здесь у нас получается следующее, что интеграл от минус бесконечности до b f от x dx это есть предел при a стремящемся к минус бесконечности от а до б. Ну, если геометрически мы тоже это изобразим, что у нас получается? У нас получается следующее. То есть нам нужно посчитать интеграл от минус бесконечности до б. Да, то есть вот эту всю часть. Мы берем кусочек, который у нас ставит справа, слева, откусывая, да, то есть это убираем, и считаем интеграл, который у нас получается от а до b. А потом а устремляем к минус бесконечности. И тем самым мы получаем определение несобственного интеграла первого рода по промежутку от минус бесконечности до b. Вижу, что я написала, что да, бесконечность у нас углы всегда должны быть. Итак, точно так же, если у нас предел конечный, да, существует, то тогда у нас интеграл называется сходящимся. Если у нас, соответственно, не существует, то тогда у нас интеграл называется расходящимся. Итак, пример. Здесь, ну, понятно, что я на лекции, да, привожу простые примеры для сходящихся и расходящихся наших этих интеграл, да, то есть это не означает, что они у вас там контрольные на экзамене, они будут достаточно простые. Они там могут содержать и все приемы интегрирования, которые вы знаете, и все приемы нахождения пределов, да, то есть здесь уже кому как повезет. Итак, например, будет следующее. Итак, найти интеграл, проверить, сходится он или не расходится, по промежутку от единицы до плюс бесконечности. И здесь у меня, соответственно, будет следующее dx, а здесь у меня x на логарифм x. Здесь у меня, соответственно, несобственный интеграл первого рода, поскольку я вижу плюс бесконечность, я беру определение и записываю, что это такое. То есть это по определению есть предел
при b, стремящемся к плюс бесконечности, да, и бесконечность я заменяю за b. И у меня получается следующий предел, который я должна найти. То есть сначала у меня стоит интеграл определенный, я нахожу интеграл, подставляю границы и потом нахожу предел. И выясняю, сходится мне интеграл, либо расходится. Ну, тут я вижу, что мне единицу на x я могу внести под знак дифференциала. X dx, это у меня d логарифм x. Я сделаю замену переменной. Логарифм заменю за y. Не забуду, что мне нужно тогда будет поменять и границы. Если у меня x это была единица, то y это у меня логарифм единицы. То у меня будет. Если у меня x был равен p, то y у меня будет равен, соответственно, логарифм. У меня получился табличный интеграл. Это есть у меня логарифм модуля y. Подстановки от нуля до логарифма b. Я, конечно, плохо сделал. Пример дела неудачный. Давайте я сделаю так. Я возьму не от единицы, прошу прощения, а возьму от числа e. Потом объясню, почему у меня красиво получается. Тогда у меня здесь граница получается логарифм e единицы. И здесь получается от единицы до логарифма b. Итак, поставляю верхнюю границу. У меня получается логарифм от логарифма b. Минус логарифм от нижней границы, от логарифма единицы. Логарифм единицы 0. И у меня получается предел. При b, стремящийся к плюс бесконечности, логарифм от логарифма b. Если b у меня стремится к плюс бесконечности, значит, логарифм плюс бесконечности стремится тоже к плюс бесконечности. И логарифм от плюс бесконечности это тоже плюс бесконечность. Итак, значит, у меня получается, что этот интеграл у меня является расходящимся. Итак, замечание. Если у нас имеется интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, то не собственным интегралом по промежутку от минус бесконечности до плюс бесконечности называют, соответственно, сумму двух интегралов. То есть мы этот интеграл делим на три части. Любой произвольной точки. Я пишу там от минус бесконечности до c. И от c до плюс бесконечности. То есть это у нас получается сумма двух несобственных интегралов первого рода. Итак, несобственный этот интеграл по промежутку от минус бесконечности до плюс бесконечности, он у нас сходится, если оба эти интегралы, которые стоят в правой части, они у нас сходятся. В противном случае, если бы хотя бы какой-то у нас интеграл расходится из правой части, то тогда в левой части стоит расходящийся интеграл. Итак, давайте запишем, что он сходится, если оба интеграла
расходящиеся. Иначе расходится. Поэтому на практике, если вам нужно посчитать интеграл, да, вы разложили его на сумму двух интегралов, и если у вас уже первый расходится, то второй исследовать уже не нужно. Да, то есть уже второй не исследовать. Итак, на самом деле, так, на самом деле, к нашим вот этим интегралам, несобственным, да, то есть можно точно так же применять свойства определенного интеграла, который у нас с вами было, да, можно применять формулу Ньютона-Лейбница. Но здесь она превращается в так называемую обобщенную формулу Ньютона-Лейбница. То есть можно, соответственно, точно так же доказать и для несобственных интегралов формулу Ньютона-Лейбница, которая в данном случае она будет у нас выглядеть следующим образом. Итак, теорема у нас. Обобщенная. Формула Ньютона-Лейбница. Итак, пусть у нас функция f от x является первообразной для функции f маленькая от x на случае от a до плюс бесконечности. Тогда у нас предел от a до b f от x dx при b стремящемся к плюс бесконечности, то есть наш интеграл от a до плюс бесконечности, можно находить как предел при b стремящемся к плюс бесконечности f b минус f от a. Но на самом деле, когда мы с вами находили сейчас пример приводили, мы этим уже как раз-таки и пользовались. Ну, а если мы раскроем это, да, и раскрыть на самом деле мы можем, то тогда у нас получается следующее, что интеграл от а до плюс бесконечности, мы можем сразу пользоваться тем, что это есть предел при b стремящемся к плюс бесконечности f от b минус f от b. То есть мы можем брать предел не от разности, а можем брать предел от функции f точки b, да, и уже из предела вычитать f от точки a, если такой особенности нет, да, и функция первообразная, поскольку это является первообразной, она у нас там существует, да, это просто получает какое-то конечное число. Ну и иногда эту запись описываю следующим образом. Говорят, что это есть f от x на промежутке от a до b. Точно так же можно показать, что и обобщенная формула Ньютона-Лейбница на промежутке от минус бесконечности до b будет у нас выглядеть соответственно как f от b минус предел f от a при a стремящемся к минус бесконечности. Пусть у нас f от x это первообразный для функции f от x на промежуток от минус бесконечности до b. И тогда у нас вот получается интеграл от минус бесконечности до b f от x dx, это есть f от b минус предел при a стремящемся к минус бесконечности f от a. И можно записать, что это есть f от x
От минус бесконечности до. Признаки сходимости несобственных интегралов первого рода. Извините, а последнее да? От минус бесконечности до А должно быть или до Б? До Б, спасибо большое. Это первая из наших теорем. Ну, называется признак сравнения. Итак, пусть у нас имеются две функции. Пусть у нас имеется функция f от x и функция phi от x, которые непрерывно на ключе от h до плюс бесконечности. Более того, функция f от x не превосходит функции phi от x, и обе они не отрицательны. Для всех от c до плюс бесконечности, где, соответственно, c больше либо равно. Да. Первое. Если у нас интеграл от a до плюс бесконечности phi от x dx сходится, то тогда у нас интеграл от a до плюс бесконечности f от x тоже будет сходиться. Ну, причем интеграл от c до плюс бесконечности f от x dx будет не превосходить интеграла от c до плюс бесконечности f от x dx, а для любой точки c больше либо равно. Ну, если мы геометрически это изобразим, то что у нас получилось? Вроде как получается все достаточно очевидно. У нас имеется функция f от x. У нас имеется функция phi от x. И нас интересует интеграл от a до плюс бесконечности. Итак, то есть если мы знаем, что у нас интеграл вот такой phi от x сходится, по сути, что у нас получается? Да, конечно. Но тогда у нас и меньше интеграл, у нас он будет тоже сходить. И вроде здесь все у нас, если геометрически мы посмотрим, все достаточно логично. И второе у нас, что если у нас интеграл вот а до плюс бесконечности f от x dx расходится, то есть если меньше расходится, то тогда и больше, естественно, тоже будет расходиться. Да? То есть на самом деле, если у вас уже есть какой-то набор интегралов, который вы знаете, да, и вы можете функцию видеть, что одна получается на вашем участке выше, либо ниже другой, да, и вы можете мажорировать одну функцию другую, то на самом деле, да, то есть вы можете и по сходимости говорить, да, то есть вы что-то можно добавить, что-то можно вычесть и, соответственно, показать, что у нас там больше интеграл будет тоже расходиться, если, соответственно, меньше расходится, либо, соответственно, меньше будет у нас сходиться, если больше у нас соответственно расходится. Следующее у нас. Второй у нас тоже признак сравнения. Который тоже можно на практике пользоваться.
Итак, пусть у нас функция f от x и функция f от x непрерывны и неотрицательны. От а до b бесконечно. Если предел их отношения f от x на φ от x при x стремящихся к плюс бесконечности есть какое-то вещественное число h, отличное от нуля, это константа, то тогда интегралы f от x и φ от x от а до плюс бесконечности они себя ведут одинаково с точки зрения сходимости. А, то есть, если у нас первый интеграл сходится, то и второй будет сходиться. Если у нас, соответственно, первый расходится, то и второй расходится. И наоборот. То есть, у нас сходимость у них, да, то есть у них относительно сходимости они ведут себя одинаково. Теперь мы должны на самом деле понять, да, с каким, допустим, интегралом мы можем, да, с какими функциями мы какие можем сравнивать, да, то есть понятно, что для того, чтобы применять признаки сравнения, да, нужно, конечно, понимать, а с чем мы это сравним, да, и, соответственно, с чем мы будем сравнивать. Итак, то есть мы на самом деле чаще всего сравниваем с так называемыми эталонными какими-то функциями, да, и одна из них, я ее напишу вам в качестве примера, а вы, соответственно, запоминаете, понимаете, что этот пример можно использовать для сравнения одного интеграла с другим интегралом. Итак, то есть это интеграл, следовательно, сходимость, интеграл от а до плюс бесконечности, dx на x степени r. А здесь у меня больше нуля. Итак, ну, давайте проведем исследование на сходимость этого интеграла, выясним, когда он сходится, когда он расходится, и, соответственно, вы этим рядом можете, этим интегралом можете, соответственно, пользоваться для беря его в качестве интеграла, с которого вы будете сравнивать. Так, ну, поскольку это у нас не собственно интеграл первого ряда, итак, это у нас есть предел при b, стремящемся к плюс бесконечности, от а до b, dx на x степени. Ну, нам нужно что? Проинтегрировать нашу функцию. Ну, n здесь у меня же любое, поэтому я знаю, что если у меня n больше, отличие от минус единицы, у нас одна формула. Если n у нас равно единице, то, соответственно, у меня будет логарифм. Итак, то есть я интегрирую. То есть у меня получается два случая. Я вот так напишу. Два случая. Первый у меня получается предел. При b, стремящемся к плюс бесконечности. Здесь у меня получается, если n равно единице, у меня получается логарифм модуля x на промежутке от а до b. То есть это получается предел при b стремящемся к плюс бесконечности логарифм b минус логарифм а. Я здесь модули убираю, поскольку а и b у меня положительные. И если b стремится к плюс бесконечности, логарифм плюс бесконечности уходит в плюс бесконечность. И если плюс бесконечность, значит, это у меня расходится, да, при
n равно единице. Второй случай, когда n у меня отлично от единицы, у меня получается 30, либо стремящийся к бесконечности. Здесь у меня стоит x степени n, да, знаменатель, значит, это x степени минус n. Я интегрирую, получаю x степени минус n плюс 1, да, минус n плюс 1. Остановки от b. Итак, представляем, мне получается 3 дела при b стремящемся к бесконечности, b в степени минус n плюс 1 на минус n плюс 1, минус, подставляю а, минус n плюс 1 на минус n плюс 1. Ну, с а у меня все в порядке, здесь у меня какое-то число получается, все зависит от того, что у меня стоит в первом слагаемом, да, какая у меня степень. Минус n плюс 1 это у меня число, оно отлично, у меня единица, поскольку здесь у меня n не равно единице. И остается понятие, b в какой у меня степени, оно у меня, соответственно, уйдет на плюс бесконечность, а в каком случае оно у меня будет стремиться к нулю. Итак, заметим, что если у меня, так, замечательно, если b у меня будет в степени положительной, да, то тогда у меня получается, что бесконечность положительной степени, то у меня плюс бесконечность, соответственно, у меня интеграл будет расходиться. То есть у меня получается, что если n меньше либо равно меньше единица, да, равно случае, то тогда у нас расходится. А если у меня n больше единицы, да, то тогда у меня было здесь поставить, получается, в этой части у меня в отрицательной степени. То есть тогда у меня получается, грубо говоря, единица на b в положительной степени. Да, единица на бесконечной степени будет стремиться к нулю. И тогда у меня интеграл будет. И что мы получили? Что при n больше единицы он у меня будет сходиться, а при меньшем либо равном единице он будет расходиться. То есть мы можем сравнивать уже интегралы с таким интегралом, да, который у нас будет при n больше единицы и расходится при n меньше либо равно единице. Ну, какие, например, это интегралы? Да, сразу примерчик приведу. Да? То есть, что мы можем здесь сказать? Да? То есть мы можем и признаком сравнения и первым, и вторым пользоваться. Допустим, я возьму интеграл такой единицы до плюс бесконечности dx. А здесь у меня вот такой, допустим, корень из x плюс 1. Здесь я возьму, допустим, корень третьей степени из единицы плюс x в квадрате. Можно, конечно, да, записать как-нибудь не собственный интеграл, проинтегрировав, в это, в принципе, тоже сможете сделать. Да, это долго, это неприятно, но, в принципе, это возможно. А можно на самом деле воспользоваться признаком сравнения. Итак, давайте с вами посмотрим. То есть у нас, если я возьму интеграл, вот такой, да, здесь у меня в знаменателе x получается в какой степени? Здесь у меня x степени 1 вторая, здесь у меня получается x степени 2 трети. Итого у меня получается в знаменателе, если я их сложу, x у меня получается 3 плюс 4, 7 шестых. То есть если я возьму интеграл вот такой от единицы до плюс бесконечности x на x степени 7 шестых, то у меня, если я скажу, что вот это у меня функция, единица на корень из x плюс 1, корень кубический из единицы плюс x в квадрате,
Это у меня, допустим, инициатор 2,30. А единица на х степени 7,6, это у меня функция фи от х, то можно заметить, что их предел при х стремящемся к бесконечности, это есть единица. То есть сходимость у меня, моего страшного вот этого интеграла, это все равно, что сходимость вот этого интеграла. А здесь мы видим, что m у нас здесь больше единицы, да, 7/6. И этот интеграл, он у нас что, сходится. А если этот интеграл сходится, значит у нас и вот этот интеграл тоже будет сходиться. И вместо того, чтобы вычислять страшные интегралы, потом находить не менее неприятные пределы, можно просто воспользоваться признаком сравнения. А как мы так шустро определили, что f от x делить на фи от x это единичка? Ну как мы определили? Давайте вспоминаем пределы. Поделили фи от х на f от х, у нас получали х степени 7/6. Здесь получили корень из х плюс 1 на корень кубический из единицы плюс х в квадрате. То бесконечность на бесконечность, неопределенность. Делим на неизвестную высшей степени. Неизвестная высшая степень у нас получается везде х в степени 7/6. Вот если вы поделите, да, вот числитель будет единичка, и знаменатель будет единичка. Да? Как мы определили? Здесь у нас от подкорня это получается х степени 1/2 степень, а здесь у нас степень получается х степени 2/3. Если мы х перемножим в этих степенях, у нас получается х степени 7/6. Это максимальная степень. Здесь самая неприятность, да, это у нас бесконечность. То есть у нас х дает всю самую неприятность. У нас получается здесь знаменатели х степени 7/6. Да? То есть у нас получится предел единицы. То есть если мы поделим числительный знаменатель на х выше степени. Спасибо. Виктория Викторовна, можно вопрос еще раз по теореме? Вот мы в конце, когда получили, что если n меньше, ну вот в примере чуть выше, вот здесь вот справа, то, что при n больше единицы оно сходится, а при n меньше, то расходится. Вот как мы это из предела вот вычислили? Ну, поняли в смысле. Вот справа у вас, вот здесь вот, да. Вот здесь. Итак, когда у нас b в положительной степени, степень положительная у нас когда минус n плюс 1 больше нуля. То есть когда n у нас получается меньше единицы. Если b у нас в положительной степени, да, то есть у нас получается плюс бесконечность, мы в какой-то положительной степени. У нас что будет плюс бесконечность. То есть у нас получается предел равен плюс бесконечности. То есть здесь у нас вот что, расходится. А если у нас степень у b отрицательная, то есть минус n плюс 1 меньше нуля, отрицательная степень, это что? Это все равно, что мы сделаем единица делить на b уже в положительной степени. А единица на плюс бесконечность это 0. То есть тогда он будет у нас сходиться. Но здесь n получается больше. Тогда он у нас будет сходиться. Спасибо. Так, ну на самом деле это не единственный у нас интеграл, с которым мы можем на самом деле сравнивать. Что нам понадобится с вами следующий интеграл, с которым можно сравнивать. Итак, следующий я пишу пример. Это интеграл от нуля до плюс бесконечности e в степени минус альфа х. Нам нужно знать, когда он сходится, когда он расходится. И он на самом деле даже понадобится и через год. У нас с вами он тоже как бы появится этот интеграл, да, уже в другой дисциплине. И тогда я уже буду просто ссылаться на то, что вы это знаете. Я вам на практике, на лекции уже об этом рассказываю.
Итак, ну что, давайте тоже посмотрим. То есть это у нас есть предел, либо стремящийся к бесконечности. Интеграл от 0 до b в степени минус альфа и бесконечности. Интегрируем. Итак, у нас получается минус единицу на альфа я могу вывести на e минус альфа минус. Так мы проинтегрировали экспоненту подстановки от 0 до 1. Минус единицу на альфа я вообще вынесу за знак предела, чтобы она мне не мешала. Подставляю сначала b, получаю e в степени минус альфа b. Минус, подставляю b, e в нулевом, это единица. Ну, теперь давайте посмотрим. Почему вот у нас равен этот предел? Итак, экспонент. Мы с вами знаем, что если она у нас в положительной степени, да, то есть e в степени x, она у нас стремится к плюс бесконечности. Если x у нас стремится к плюс бесконечности. И у нас она стремится к нулю. Если x стремится, соответственно, к минус бесконечности. Итак, то есть если наш показатель минус альфа b, он у нас стремится к плюс бесконечности, а у нас положительный, то тогда у нас получается все хорошо, да, поскольку... то есть если вот у нас минус альфа b у нас стремится к плюс бесконечности, это означает, что у нас тогда наш предел будет расходиться. Интеграл будет расходиться, поскольку предел будет равен бесконечности. Да? И если у нас показатель у нас будет стремиться, соответственно, к минус бесконечности, то тогда у нас наоборот, экспонент у нас в отрицательной степени будет стремиться к нулю, да, и у нас тогда будет, соответственно, интеграл наш сходиться. Здесь у нас все зависит от того, какого знака у нас альфа. То есть, если альфа у нас больше нуля, то тогда у нас получается здесь заведомо отрицательное число, да, b стремится к плюс бесконечности. И тогда у нас будет интеграл сходящийся. Если у нас альфа будет отрицательным, либо равным нулю, да, то есть если у нас альфа у нас равно нулю, то что у нас получается? У нас здесь 0 на бесконечность. Кстати, да, 0 нужно еще отдельно проверить. Да, то тогда у нас будет интеграл будет расходиться. Итак, что у нас получается? Получается у нас два случая. Если альфа у нас больше нуля, то тогда он у нас будет сходиться. Если альфа у нас меньше нуля, то он будет у нас расходиться. А вот что будет, если у нас альфа равно нулю? Если альфа равно нулю, да, мы можем подставить альфа равно нулю прямо в наш интеграл. У нас интеграл получается как вот от нуля до плюс бесконечности от единицы. Ну, а здесь понятно, что этот интеграл у нас будет расходящимся, поскольку это что есть предел при b стремящемся к бесконечности от нуля до b от единицы. Проинтегрировали. У нас получается x в промежутке от нуля до b. Получаем предел b минус 0. Хорошо. И у нас получается, что плюс бесконечность. Да? То есть в нуле тоже будет у нас расходиться. И тем самым мы с вами тоже можем сравнивать вот с таким интегралом. То есть мы знаем, что интеграл
от нуля до плюс бесконечности действует минус альфа х за х. Он у нас входится, если альфа больше нуля, и расходится, если альфа меньше либо равно нулю. Да, и с этим интегралом мы тоже можем всегда говорить, сходится ли по расходу. Да. Да, а да. Это считается за эталонный интеграл, да, ведь? Да. Ну, на самом деле, их как бы можно там много набрать, да, но просто они встречаются чаще всего, да, и с ними удобнее всего сравнивать. Не заменять там на что-нибудь, да, то есть их на самом деле получается очень приятненько. Ну, вот, допустим, вам в качестве домашнего задания, да, с помощью сравнения показать, что вот такой интеграл, он сходится. Да, чему он будет равен, да, это мы к нему чуть позже вернемся, это вопрос у нас, соответственно, когда мы уже двойные интегралы пойдем, через двойной будем его вычислять. Ну, а пока вы, по крайней мере, уже знаете, что такое интеграл, это у нас вполне себе сходящийся интеграл, да, ну, и на самом деле такой интеграл называется интегралом класса. Ну, так. Интеграл в примере для первого случая в задании брали два интеграла, а сейчас в домашней написали, что просто один показать, что сходится. То есть там его сравнивать с вот этим, который вы сейчас расписываете? Конечно, конечно. То есть у вас есть с чем его сравнить, да, то есть и, соответственно, здесь вам, да, то есть показать, что он просто сходится. То есть в предыдущем задании, да, то есть у меня тоже был один интеграл, вот мне нужно было показать, что вот этот, ну, исследовать на сходимость, да, я взяла вот этот интеграл сама. А здесь вам тоже нужно исследовать на сходимость, но я вам заранее скажу, да, он сходится, да, это интеграл Пуассона. Вот, у него есть конкретное значение, достаточно красиво. Что самое интересное, что сам неопределенный интеграл, да, у него вы не сможете его проинтегрировать. Да, то есть у нас вот на всем промежутке или на полуинтервале от нуля до плюс бесконечности, у него есть конкретное значение. А просто взять интеграл от нуля степени минус квадрат, вы на самом деле не возьмете. А это вот тоже интересный такой интеграл. Но, по крайней мере, вы знаете, что он сходится, то есть это будет какое-то конкретное число. Итак. Следующая наша теорема. Называемый признак абсолютной сходимости. Мы знаем, что если у нас есть интеграл от функции f от x, то тогда у нас будет определен и интеграл от модуля этой функции. Это у нас с вами было, когда мы свойства интегралов проходили. Итак, сама теорема. Если у нас сходится интеграл от модуля функции f от x, то тогда интеграл у нас, в котором нет у нас модуля, тоже сходится. Это у нас для непрерывных функций. При этом у нас интеграл от функции f от x
называется абсолютно сходящимся. Да, называется абсолютно сходящимся. То есть он не просто сходится, да, а сходится у него, соответственно, модуль такой. Ну, на самом деле, если мы графически это изобразим, да, то есть про происходимость, да, просто наброс доказательств, то есть мы строгие доказательства, просто посмотрим, что такое функция f от x и что такое модуль функции f от x. Итак, то, допустим, у нас функция f от x, ну вот она вела себя как-нибудь вот там. То есть где-то она у нас положительная, где-то она у нас отрицательная. Итак, то есть мы разобьем на участке, где она у нас не меняет свой знак. Да, это у нас функция f от x. Тогда где она у нас была положительная, выделим участок. То есть я обозначу вот там у нас. То есть там, где она была у нас над осью x. Я ее возьму, допустим, зелененьким цветом выделю. Да, если она была отрицательной, я возьму часть постоянства. Вот она у меня пошла. Я ее разбиваю просто на две функции. И вторую функцию я возьму f с минусом, которую определю следующим образом. Там, где она у меня отрицательная, там она у меня отрицательная, там, где у меня положительная, она будет у меня равна нулю. А там обозначение у второго графика f плюс x, да? Да, у второго f плюс, давайте аккуратненько напишем, а у третьего f с минус. Нам не получается здесь такая, здесь у меня 0, здесь она у меня провалилась, здесь у меня 0. Провалились, и здесь у меня было. Ну, тогда, если мы с вами посмотрим, что такое у нас интеграл от модуля, да, то есть это у нас как раз-таки получается, что наша функция, да, то есть это у нас превратится в сумму двух функций. F с плюсом и F с минусом. У нас получается действительно, что если у нас этот интеграл сходится, да, ну и, соответственно, сам интеграл от А до Б бесконечности для функции f от x, он также будет у нас сходящий. Да, здесь у нас мы получили просто функцию, которая у нас имеет один знак, x плюс, x минус. Итак, ну, это, конечно, хорошо, что мы знаем, что если интеграл от модуля сходится, то тогда интеграл сам сходится. Возникает вопрос, а если у нас интеграл от модуля, он у нас расходится, можем ли мы что-нибудь сказать про наш сам интеграл? Но вот оказывается, если мы про модуль знаем, что он расходится, то про интеграл, который стоит у нас просто в функции f от x, ну, ничего сказать не сможем. Он может исходиться, он может быть и расходиться. Ну вот если у нас интеграл из модулей расходится, а сам интеграл сходится, то такие интегралы называются условно сходящими. Итак, давайте запишем эти замечания. Итак, замечание 1. Что если у нас интеграл от А до плюс бесконечности от модуля расходится, то про интеграл мы вот такой ничего не сможем сказать. То есть он может сходиться, он может расходиться. Замечание, соответственно, 2.
если у нас интеграл из модулей расходится, а интеграл самой функции f от x сходится, то интеграл называется условно сходящийся. На самом деле нам это понятие условная сходимость, она нам и в будущем понадобится, когда мы будем не про интеграл говорить, а про ряды говорить. Итак, вам в качестве примеров показать, что вот такой интеграл у нас абсолютно сходится. А вот такой интеграл условно сходится. Синус x на x это же наш замечательный предел. Ну да, ну на самом деле заметил, что вот такой интеграл, он еще называется интегральный синус. Он ни в каких элементарных функциях он у нас не выражается. Да? То есть вы проинтегрировать эту функцию не сможете. Да? Но вот мы знаем, что вот он условно сходится. То есть у нас интеграл из модуля будет, соответственно, расходиться, а интеграл от сама какой-то функции, он будет, соответственно, сходиться. Да, очень интересно. Итак. Следующий у нас есть уже подзаголовок. Это не собственный интеграл, теперь второй уровень. А раз есть не собственный интеграл, то собственный тоже есть или просто название такое? Ну, собственно, нет, собственно, у нас есть определенные. Ну, как говорится, что ну, это шутка такая, да, не собственные интегралы, то есть это не то, что как бы не ваши интегралы, да, то есть, а не берущиеся, это не те интегралы, которые студент не может взять. Да, ну, вот у нас есть, да, берущиеся интегралы, не берущиеся, собственные интегралы. Это у нас просто на самом деле определенный несобственный интеграл, это вот, соответственно, ну, по сути, это у нас обобщение наших определенного интеграла. И, соответственно, у нас есть неопределенный, да, и определенный интеграл. Ну, может быть, если не поленюсь, вам картину спокойно поставлено, где-то было даже про интегралы написано. Как это отличать, да, ну так, в качестве шутки, собственно, от несобственного, берущийся от неберущихся и так далее. Найду себя на компьютере от данного. Итак, пусть у нас теперь функция f от x непрерывно на интервале полуинтервале от А до Б. И у нас в точке Б, да, функция терпит разрыв. Разрыв там второго рода. То есть после первого рода мы знаем, что тогда, если у нас есть одна очень крутая точка и конечное число, то в принципе мы это сведем к обычному определенному интегралу. И мы знаем, что посчитать мы это сможем. Итак, тогда определение, что такое у нас несобственный интеграл второго рода. Несобственный интеграл второго рода, то есть интеграл по промежутку от А до Б включительно, f от x dx, это есть предел и
так я с вами запишу, это есть предел. При эпсилон, стремящемся к нулю справа. А интеграл от А до Б минус. Уже уехала. Так, ноль. Эпсилон всегда положительный, поэтому к нулю не сюда справа. Б минус эпсилон. F от x dx. То есть что здесь у нас с вами есть? То есть что мы хотим сделать? То есть у нас есть функция f от x, которая вполне себе как-то себя хорошо ведет, за исключением точки B. Нам нужно посчитать интеграл на промежутке от А до B. Но вот B она себя ну так ведет, да, она куда-нибудь у нас, ну, допустим, это какая-то субпута, она у нас. Красиво нарисую. Да, у нас куда-то уходит либо вверх, либо вниз. То есть это у нас какой-то вот разрывчик. Вот так будет вверх. Вот так. Что нам сделать нужно? То есть нам нужно посчитать вот эту. Мы берем от B отступаем на положительное число влево. То есть отрезаем кусочек. Считаем определенный интеграл вот такого плана. А после этого эпсилон устремляем к нулю. И мы получили определение несобственного интеграла второго рода. Точно так же определяется несобственный интеграл на промежутке А не включаем, а Б включаем. То есть если у нас Y это функция f от x непрерывно на А, Б, то тогда у нас интеграл от А до Б, то есть у нас особенность внизу. Это есть предел при эпсилон нулю от А плюс эпсилон до Б. То есть здесь у нас картинка похуже. Итак, вот у нас есть А, вот у нас есть Б, точки А, ну, у нас как-то себя там вела нехорошо. В остальных точках у нас все хорошо. Что мы делаем? Мы, то есть нам нужно посчитать вот эту часть. Мы берем, отступаем от А на положительное число эпсилон. Считаем то, что у нас получается интеграл от А плюс эпсилон до Б, а потом устремляем эпсилон к нулю. Да, и у нас наша вот эта точечка уезжает к точке А. Ну, в принципе, достаточно разумно так определить у нас интеграл. Да, то есть я еще раз повторю, что это на самом деле обобщение идет нашего определенного интеграла. Ну, точно так же у нас говорят, что если интеграл у нас, предел у нас конечный, то интегралы называются сходящимися. Если у нас пределы не существуют, то, соответственно, интегралы у нас называются расходящимися. И если у нас есть точка какая-то С внутри нашего промежутка. То есть у нас Y равна F от X непрерывно на отрезке от А до С и от С до Б. А, то есть есть какая-то у нас точка разрыва, то тогда у нас несобственный интеграл от А до Б определяется как сумма двух интегралов от А до С, то есть у нас особенность сверху, и плюс интеграл от С до Б, особенность, соответственно, снизу. Здесь у нас особенность вверху, здесь у нас это особенность снизу. И точно так же, как мы с вами говорили про несобственные интегралы первого рода. Если у нас что интеграл у нас на промежутке от А до Б, он у нас сходится, да?
если у нас одновременно сходятся оба эти интегралы. Если хотя бы один из них расходится, то интеграл от А до Б тоже будет расходящим. Да, то есть здесь нас интересует то, что у нас тоже сходится либо расходится интеграл, но еще интересует то, что если у нас разобьется на сумму интеграл, то вы должны своей интуицией, знаниями и прочими так понять. Если вдруг там есть какой-то один расходящийся интеграл, то все интегралы проверять не надо. Нужно только выбрать тот, который у нас заведомо будет расходиться. Да? И, соответственно, все, вуаля, то есть и первоначальный интеграл будет также расходиться. Да? Тоже вы можете там, пользоваться. Там, и есть и признаки сравнения, и все. То есть как бы здесь они тоже у нас будут все работать. Да, то есть точно так же мы сейчас с вами запишем. Первое, это у нас формула Ньютона-Лейбница для собственного интеграла второго вида. Да, мы ее напишем для неограниченной функции в точке B. Ну и точно так же напишите для неограниченной функции в точке A. Да, то есть здесь у нас все по большому счету будет повторяться. Это правильно. То есть если у нас функция f от x это первообразная. Там для нисходящегося интеграла второго рода. Для несобственного. Интеграл второго рода. Итак, пусть f большой от x первообразная для функции f маленькая от x на полуинтервале А, Б. Тогда интеграл от А до Б, f от x dx, мы можем считать как предел функции f в точке B минус эпсилон, эпсилон стремящийся к нулю, минус f от А. Ну, пусть у нас f от x первообразная для функции f от x на промежутке от а до b включительно. Тогда интеграл от а до b f от x dx можно считать как f точку b минус предел f точки А плюс эпсилон и эпсилон стремящийся к нулю. Ну, либо здесь можно записать, что это есть f от x на промежутке от А до b минус эпсилон. А здесь у нас это есть f от x от А плюс эпсилон до b. Здесь тоже есть эталонные функции, которые как бы, желательно знать, когда они сходятся, когда они расходятся. Итак, здесь у нас примеры будут следующие. Первый у нас пример. Это у нас интеграл от А до Б, dx, а здесь стоит у нас B. Минус х в степени f. Итак. Ну, здесь у нас особая точка сверху. То есть мы должны понимать, где у нас входит и где у нас расход. Ну, то есть симметричный интеграл, это у нас когда стоит знаменатель х минус а. Итак, ну давайте здесь мы заодно несобственный интеграл пример приведем.
второго рода, то есть это у нас есть предел, при обществе стремящемся к нулю. Я когда на практике веду, да, я всегда подразумеваю, что эпсилон у нас положительно, поэтому я не пишу, что стремится к нулю справа, то есть эпсилон у нас к нулю стремится, я подразумеваю, что он у нас больше нуля. Итак, здесь у меня интеграл получается от А, а здесь у меня получается b минус. Ну, осталось нам проинтегрировать. У меня под интегралом стоит b минус x в степени минус m. Да, еще у меня минус перед x. Итак, минус перед x я, соответственно, выношу единицу, делить на минус единицу сразу. Итак, дальше у меня получается b минус x в степени на единицу больше минус m плюс 1 делить, соответственно, на единицу минус m. Первый случай, когда у меня m отлично от единицы. И тогда у меня получается предел. Я запишу вот так. Эпсилон у меня стремится к нулю. B минус x в степени единицы минус n. А здесь я просто поменяю местами. Пишу n минус 1. Итак, и у меня получается предел при эпсилон стремящемся к нулю. Если это у меня n равно единице, у меня получается единица на минус единицу. Здесь у меня получается натуральный логарифм b минус. Я прошу вас, когда постановку задумал. А, b минус эпсилон. B минус эпсилон. Мы досчитаем. И здесь тоже у меня вот а. До b минус эпсилон. Итак, минус можно вывести за знак предела и подставляем границы. И у нас получается логарифм b минус эпсилон. Получается логарифм эпсилон минус логарифм модуля b минус a. b минус a число отличное от нуля, да, поскольку у нас интеграл от a до b. Здесь у нас какое-то число. Логарифм нуля стремится у нас к минус бесконечность. И получается у нас бесконечность. То есть он у нас будет расходиться, если n у меня равно единице. Итак, здесь что у меня будет происходить? Здесь у меня будет происходить следующее. Если у меня показатель, да, то есть если я сюда буду 0 подставлять, у меня будет b. Давайте сначала b минус эпсилон, чтобы понимать, что у нас получается. Итак, подставляю b минус эпсилон, получается эпсилон в степени единицы минус n на n минус 1. И минус подстановка в нулю b минус a на n минус 1. Итак, то есть если у меня степень больше нуля, у меня получается, по большому счету, ноль в какой-то степени, все хорошо. Это какое-то получится число. Если же степень у меня будет отрицательная, то это означает, что у меня ноль уйдет в знаменатель. То есть у меня будет деление на ноль. И там у меня будет, соответственно, получаться бесконечность. А здесь получается следующее, что если n меньше единицы, то у меня получается, что интеграл у меня сходится. А если n у меня будет больше единицы, значит, он будет расходиться. И тем самым у меня, мы можем теперь сравнивать интеграл от a до b, dx на b минус x степени. Он у нас сходится. При n меньше единицы. И расходится. При n больше либо равно единице. То есть с таким интегралом мы тоже можем на самом деле сравнивать. И есть симметричный интеграл от a до b. Здесь все то же самое, только здесь у нас будет особенность точки a. Я пишу x минус a в степени. Здесь вообще одно и то же будет. То есть он также будет у нас сходиться. При n меньше единицы и расходиться
n больше либо равно единице. То есть такими интегралами мы тоже можем на самом деле сравнивать наши интегралы и применять те признаки сравнения, которые у нас с вами были для собственных интегралов первого рода. Для второго рода они у нас в точности, эти же признаки у нас переписываются. Итак, и замечание, которое у нас касается следующего. Иногда нам необходимо приписать какое-то значение нашим расходящимся интегралам. Ну, когда это будет у нас? Это чуть позже, совсем чуть позже. Итак, поэтому если у нас интеграл, это касается и первого, и второго рода, если вот наш вот такой интеграл, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, f от x dx, расходится, но при этом предел при n, стремящемся к бесконечности, интеграла от минус n до n, f от x dx, это есть какое-то конкретное число а, заметьте, да, то есть у нас интеграл распадается на сумму двух интегралов, да, но предел, да, ну там отдельно у нас получается сумма пределов. А здесь у нас как раз таки будет предел от суммы, да, то есть это разные вещи. То есть если предел у нас равен конкретному числу а, то вот это число а называется главное значение несобственного интеграла. Да, и обозначает его, соответственно, собственное значение. Ну и второе, если у нас не собственный интеграл второго рода, то есть у нас главное значение второго рода, у нас если интеграл вот такой, расходится в точке С, а предел при эпсилон, стремящемся к нему интеграл от А до С минус эпсилон f от x dx плюс интеграл от С плюс эпсилон до Б f от x dx, если вот у нас такой предел равен А, то есть да, здесь интеграл предел от суммы, то вот такое число А тоже называется главным значением несобственного интеграла, соответственно, второго уровня. Да, я прошу, да, не путать главное значение несобственного интеграла с тем, что вы, соответственно, находите, когда вы у вас вот там расходится интеграл, да, просто иногда вы так и пишете предел от суммы, когда вам хочется, да, но если у нас вообще интеграл, давайте на примере я это возьму, запишу вот там интеграл, и мне нужно, допустим, на промежутке от 0 до 2 dx, здесь у меня спрей. Ну вот так, x минус 1. Да, то есть, что у меня получается? То есть, у меня особенности точки единицы. То есть, я должна сделать следующее. Записать как сумму двух интегралов.
да, и отдельно каждый из них исследовать. Если я возьму первый наш интеграл, у меня особенность сверху, то есть это у меня есть предел, при эпсилон стремящийся к нулю, от 0 до 1 минус эпсилон, dx на x минус 1. То есть у меня получается предел. Беру, соответственно, интеграл, то у меня получается логарифм модуля x минус 1 в подстановке от 0 до 1 минус 3. Подставляю. У меня получается логарифм здесь от эпсилон минус логарифм единицы это 0. То есть у меня получается минус бесконечность. То есть у меня интеграл вообще расходится. То есть вот этот у меня тоже будет расходиться. Да? Второй не нужен интеграл. Но если я возьму предел при эпсилон, стремящимся к нулю, от суммы двух интегралов, от нуля до единицы минус эпсилон, плюс интеграл от единицы плюс эпсилон до двойки. И посчитаем этот предел, то что у меня получается? Получается предел при эпсилон, стремящимся к нулю. Ну, здесь у меня, мы уже знаем, что это у меня логарифм получается эпсилон. Да, здесь у меня, я точно так же начну интегрировать, у меня получится логарифм модуля x минус 1 в становке от единицы плюс эпсилон до 2. И если я сюда подставлю, здесь у меня логарифм эпсилон, а здесь у меня получается числитель у меня двойку подставляю, мне получается логарифм единицы это 0. И подставляю единицу плюс эпсилон, у меня получается логарифм эпсилон. И у меня видим, что логарифм эпсилон, у меня просто сокращается. И у меня получается 0. Так вот это 0. Да? Это главное значение расходящегося вот этого нашего интеграла. Да? То есть он, наш этот интеграл, вот этот интеграл, он у нас расходится, да? А это просто его главное значение. На этом у нас сегодня все.